Привет, любители музыки! Сейчас я за минуту научу вас играть на замечательном музыкальном инструменте – шейкере. На шейкере играть легко. Главное – запомнить 5 важных правил. Правило номер 1. Надо максимально расслабить все тело. Примите удобную позицию, не выпячивайте грудь, лучше слегка округлить спину. Правило номер 2. Плечи не должны задираться. Плечи должны быть опущены и расслаблены. Правило номер 3. Локоть должен смотреть строго вниз. Как только вы его смещаете в сторону, это сразу закрепощает тело. Правило номер 4. Надо держать шейкер не на ладони, а пальцами, вот таким вот образом. Правило номер 5. Запястье не должно участвовать в игре. Вся игра идет от локтя. Вот так правильно, а вот так неправильно. Отрабатывать технику игры на шейкер очень просто. Включайте громко композиции разных жанров и начинайте играть в ритм музыки. На этом все, а в следующий раз я научу вас играть на тамбурине. Подписывайтесь, будет еще много других музыкальных инструментов. С вами был Сергей Бородин, до встречи!